поменять. Сегодня я покажу, как механизм стеклоподъемника поменять. Audi A5. Это сняли, у нас проблема, стекло, короче, застрял вверху, он не рабочий. Мне надо механизм менять, запчасть. Ну, короче, надо сейчас моторчик открутить. Короче, все будем соединять. Буду показывать. Конечно. Моторчик вроде бы живой. Живой. Там, видите, здесь крутится. Здесь. Так, сейчас распаковываю. Тут пробка. Там будет держать, наверное, покажу. Это короче, это длинно, сюда короче идет, туда длинный. Сейчас эти замки надо сделать, чтобы его вытянуть. Поднять вверх и открутить свет механизм. Раз. Тут. Тут. Два. Три. И четыре. Их надо открутить. И потом как гармошка мы его сложим внутри и вытянем.
режиме, блядь, все одевается. Сейчас покажу. Один здесь стоял, вот тут, второй сверху. Сейчас не буду тянуть, сейчас надо еще. Нижний зид был сверху, вот трос так проходил, чтобы имели в виду. Вот такие дела. Все останки его. Обычно пассажирский редко летит. Все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь.